Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Выполним задание внизу страницы 12. В этом задании мы должны выполнить письменное деление трехзначного числа на однозначное число. То есть выполняется решение примера в записи в столбик. Первый пример. 771 мы делим на 3. Как мы это делаем? Сначала мы делим сотни. 7 сотен делим на 3. 7 на 3 у нас не делится. Делится 6 сотен. Когда мы 6 сотен разделим на 3, у нас получается 2 сотни. Из 7 сотен вычитаем 6 сотен, остается 1 сотня. И сносим 7 десятков. 17 десятков всего делим на 3. У нас не делится, делится 15 десятков на 3. Это получается 5. Из 17 вычитаем 5, остается 2. 2 десятка и сносим 1 единицу. Всего 21 единица. 21 единица делится на 3. Это получается 7 единиц. Вычитаем из 21 21, остается 0. Ответ 257. Теперь давайте объясним решение следующего примера. 678 мы должны разделить на 6. Опять начинаем деление с сотен. 6 сотен мы должны разделить на 6. 6 сотен делится на 6, это получается 1 сотня. Затем мы сносим семерку, потому что 6 из 6 вычитаем 6, это 0. И делим 7 десятков на 6. 7 десятков на 6 не делится. Делится 6 десятков на 6, это опять будет 1 десяток. Из 7 вычитаем 6, это 1 десяток. И сносим 8 единиц. Всего 18 единиц. 18 единиц делим на 6. Это получается 3 единицы. Вычитаем из 18 18, остается 0. Ответ 113. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.